О, файки. А вы говорили, решили, да, что такое? Так. Вы сами покажете или что? Да ладно, что, куда деваться? У испытуемого Константина Ганова правоохранительные органы обнаружили запрещенные вещества. Конечно, не настоящие. Все это в рамках шоу таможенной службы, сотрудники которой 25 октября отметят свой профессиональный праздник. Однако для собаки разницы нет. Ее нос всегда наготове. Притом учуять он может что угодно. Главное – натренировать. Служебных псов, помимо взрывчатки и наркотиков, учат искать деньги. Вот. Ну, я достану вам. Это деньги. Это большие деньги. 355 грамм 5000-ных купюр. Обучают их по принципу «правильно выполнил задание кинолога, получаешь вкусное угощение или игрушку». Однако хвалить можно словами, а по новой методике даже щелчками. Вы видели, когда собака находила в Нессе находила вещество, был такой щелчок. Это кликер называется. То есть за правильное действие собака для быстроты кликает. Кликером, да, то есть щелчок, собака понимает, что действие правильное. Это не слово «хорошо», да, я же долго это произношу, за это время у собаки уже может произойти какие-то процессы, и она уже что-то другое сделает. Новые методики таможенников касаются не только тренировки собак, но и самих процессов проверки людей и транспортных средств. Добавляются и вводятся в использование технические средства таможенного контроля, которые позволяют существенно сокращать время проведения таможенных операций, в пунктах пропуска, где наши должностные лица несут службу, либо на складах временного хранения. А на складах, кстати, много чего. Часть конфискованного имущества идет на поддержку нашим бойцам на СВО. Это, кстати, круто, что неравнодушно и такое отношение к этому ко всему. Огромное уважение. Помогли организовать праздник для таможенников и активисты. Все эти баннеры с героями СВО – детище неравнодушных художников, которые своими комиксами рассказывают в том числе и о наших земляках. Считаю, что данная стилистика – это очень яркий и удобный способ диалога с подрастающим поколением. И мы стараемся доподлинно рассказать историю, если у нас есть возможность связаться с родственниками или с самим героем, то мы из первых уст узнаем о фактах, о событиях, о деталях. Сейчас у сообщества художников возникла идея посвятить таможенникам несколько визуальных новелл. Но это, возможно, будет потом. А сейчас любой сотрудник сможет посмотреть комикс про героев СВО в местной библиотеке. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.